Сотрудники правоохранительных органов провели встречу со студентами Университета мировой экономики и дипломатии филиала Российского государственно-педагогического университета имени Герцена. В фокусе внимания – борьба со злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом. Об этом далее. В преддверии Международного дня борьбы с злоупотреблением наркотических средств и их незаконным оборотом, который проходит 26 июня, сотрудниками Управления уголовного розыска Главного управления внутренних дел города Ташкента и Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзоулукбекского района был организован и проведен семинар. Сотрудники правоохранительных органов рассказали о тенденциях распространения наркотических средств синтетического происхождения в столице, а также ознакомили студентов о методах борьбы, которые ведутся в интернет-пространствах с применением новых технологий отслеживания сайтов, профилирующихся на распространение наркотических веществ. Безусловно, совместная деятельность позволяет организовывать и проводить профилактическую работу гораздо эффективнее. Цель таких мероприятий – разъяснить студентам об отрицательном воздействии и негативных последствиях злоупотребления наркотическими и психотропными веществами. В свою очередь, сотрудники объяснили студентам, что за распространение наркотических и психотропных средств есть уголовная ответственность. Всем известно, что образовательный процесс, он непосредственно связан и с воспитательным процессом молодого поколения, потому что это будущее нашей страны. И сегодня в филиале РГПУ имени Герцена в городе Ташкент была проведена лекция, очень содержательная, именно по профилактике и предотвращению наркомании среди молодежи.